В Северном Казахстане наказали более 170 полицейских. Большинство стражей порядка нарушили служебный устав, и за это их привлекли к дисциплинарной ответственности. По сравнению с прошлым годом, подобных фактов стало меньше, говорят в ведомстве. А вот для того, чтобы искоренить их вообще, в департаменте хотят запустить пилотный проект, объявить 2018 годом кадрового резерва. Об этом говорили на заседании консультативно-совещательного органа при областном ДВД. Новшество позволит усовершенствовать работу стражей порядка. Также в планах внедрить наставничество. Помогать молодым сотрудникам будут ветераны полиции. Мы хотели бы сделать полицейского, чтобы он владел всесторонней службой полицейского. То есть продолжение того же самого универсального полицейского. Для чего это? Чтобы сотрудник полноценно владел не только своей прямой линией, допустим, следствия, криминальной или УИП, участкового инспектора полиции, а он владел всесторонне. Он знал все законы.